Штука, капитан команды Стандарт, это 18-летний пацан. Хоть и реген, но, как говорится, чем вы занимались 18 лет. Надеюсь, что дома в Ярославле при незаполненных трибунах, конечно, эта фишка FM совсем как-то супер нереалистично смотрится. Типа команда поднялась с низов до Еврокубков, а на трибунах ходит 5 человек, но никуда это не годится, но штрафной Стефана Кристенсена просто как ярославский Пирло дает нам надежду на прекрасное будущее. Но у них Фирмино Гильерме в свои 150 еще вполне себе может тряхнуть стариной. Бро, безоброс на Рафу Мира, тот пока что один. Ну и все. Очередной стандарт в исполнении Кристенсена. Там какая-то... Извините, мои щечки иногда не выдерживают напряжение, начинают делать такие вот финтиля. Фирмино. Пока что вся опасность стандарта только навесы. Стандарт как бы представляет опасность только на стандартах. Ха! Так, выпустим более оборонительного Татаева и Игнатьева вместо Бробби. Нет, вместо Мира. Он все-таки на желтый. Бробби. Покати, Игнатьев. Все. Я думаю, что со стандартом все кончено. Это было достойно. Мы продолжаем бороться. Сербский выезд. Не сербский фильм. Поехали. Первый момент на нашей стороне. Подача. Кристенсен. Это делается вот так. Джонсонс Бэйби, просто сказка. Джонсонс Бэйби. Хорошо идет. Знаете, какое-то удивительное спокойствие сейчас внутри меня. Я настолько уверен в своих бестах, что... Сука, вы охренели, что ли, а? Как это работает? Какая-то прослушка в игре или что? Вообще никаких моментов не было. Все было прям ты-ты-ты. Как по маслу. И мы такую вот фигню зеваем, да? Ну ладно, на самом... Блин, на третье место слетаем. Ой, тут еще одна... Это, походу, красная от Зуйкова. Ой-ой-ой. Какой-то Саша выходит СХС. Ага, ну тогда снимаем вот так вот и вот так вот, и вот так вот. Ну ладно, Джиггернаут с мячом. И... Боже мой. Я таких голов не видел даже в Сандерленде. Милетич. Ну... Тот самый Санек, который вышел на замену, Саша Атакович, Атанакович. Ну, классика FM, финишинг 9, дальние удары 11, но тебе он положит красивым обводящим ударом. Это и никак иначе. Да, нет, если бы не красная, я думаю, что мы бы победили бы, скорее всего, ну а так... Увозим ничейку. Уж не знаю, в чью светлую голову пришла идея проводить матч 31 декабря. Представляете? Какой русский человек захочет работать 31 декабря? Еще и в холод. Но, тем не менее, вы гляньте на турнирную таблицу. Интрига бешеная. В общем, если мы сейчас проигрываем «Партизану», то, как я понимаю, всех шансов на выход в плей-офф мы лишаемся. С другой стороны, таким образом, мои виртуальные бесты могут заранее себе обеспечить каникулы. Потому что еще и матч со стандартом 5 января. Прекрасное расписание. Ну а перед матчем, друзья, хочу вам напомнить, что если вы играете в FIFA и вам нужны монеточки, то рекомендую своего надежного и проверенного продавца Александра Месси, у которого всегда быстро, выгодно, качественно и надежно. Ссылочка в описании, плюс если вы скажете, что вы пришли от меня, получите неплохую скидку.
решил чутка состав изменить. Вернулся в основу Да Силва вместо дисквалифицированного Зуйкова. Вратаря поменял и Игнатьева в нападение отправил сразу с капитанской повязкой. Вот такие вот дела. Ну что ж, в этом матче нам нужна только победа. Давайте совершим новогоднее чудо. Джингл Белс. Какая гадость, ваша заливная рыба. Иван Васильевич меняет профессию. Пюрешка с куриным филе жареным. Шампусик. А с чем у вас ассоциируется Новый год? До которого, кстати, остается всего 2 месяца, даже меньше. Так, вот не нравится мне начало игры. Совершенно не нравится. Абсолютно не нравится. Вот прям офсайд. Да-да-да-да-да-да-да. Трагедия. Нет, нет. Вы чё, охренели? Сразу второй? Да, жалко, что я стал слишком ленив и как в карьере с Сандерлендом не могу переигрывать. Это шутка, если что. Рамсей! Перехват, Гьян, Гьян, братан. Братан, давай, давай. Ну, Игнатьев. Это было близко. Джиггернаут, подача, Рафа Мир. Два хороших момента уже есть. Это звоночек. Ни одного удара в створ нет. Это отстойно. Подача! И... Ну и тут-то офсайд-то был километр. Ну не километр, конечно, но... Нет, ну это, конечно, просто саботаж какой-то. 31 число. Ну какой... Чё вы делаете 31 числа? Сидите? Так, все, у Вукотича, походу, начались каникулы. Я не знаю, что делать. Иванович с травмой убегает от... Сафонов, не впечатляешь. Не впечатляешь, братан. Давненько я агрессивно на них не орал. Поэтому... Пора. Очень много моментов в этой игре. И сейчас... Наш, это Гьян. Неплохой на Джиггернаута перевод. Ну и просто прострели Гьян. Ну уже пора бить 1-1. Есть. Есть, все нормально. Нормально. Гьян выручает. Все-таки перерыв подействовал на них. И Рафа Мир второй раз за матч мажет буквально с метра головой. Пенальти. Ну нет. Под Новый год... Что не загадаешь, что случается, бла-бла-бла. Это нам втирали в детских садах. Вот я загадываю, чтобы не было никакого пенальти. Еще и сфалил Стивен Кристенсен, наш лучший игрок, положивший... Да, это штрафной. Бах, тройная замена. Сейчас будет результат, пацаны, смотрите. Блин, нет. Сафонов забивает гол в свои ворота жопой. Именно что ею. Смотрим еще раз. Тедич бьет и отскок прям в задницу. Да, как играли, так и вылетаем. Ну, какие-то совсем уж издевательские голы забивает нам партизан. Это не смешно, FM. Я тебя любил. Я про 19-й FM. И мы вот так вот расстаемся. Ну вот там, по-моему, фол был, кстати. Ну, ладно. Уткин. 3-2, братан, мы в игре. Нет, мы, конечно, не в игре, но 5 минут есть. Вдруг случится чудо чудесное. 4 минуты. Гьян, пенальти ставь. Ставь. Хотя, мне кажется, не поставит он ни хрена. Итак, судья задумался. Штрафной. Ну, давай, Уткин.
Братан, еще раз, в ближнюю. Минута остается. Мохика подает. Гьян на подборе. Мохика. 8 секунд. 5, 4, 3, 2. С Новым годом! Мы вылетаем из Еврокубков и заканчивается, к сожалению, все заканчивается, друзья, все. И карьера Зашинник заканчивается, и заканчивается наша взаимодействие. Короче, видосов по FM19 теперь не будет никогда 100%. А я пойду ждать FM20, и там-то, ух, там-то у меня уже есть грандиозные планы. Ну а на этом, друзья, я говорю и вам тоже пока, до следующего видео. Удачи, не болейте, и можете, конечно же, это видео поддержать лайком. Покеда.